Не просто зарабатывать, а делиться прибылью с обществом местный предприниматель Владислав Рымша начал много лет назад. С середины нулевых под его патронажем находится видновский детский сад «Ромашка», куда ходил его старший сын, а сейчас ходит и дочь. С тех пор и не сосчитать проектов, в которых участвовал Владислав. Он был одним из первых, кто в Ленинском районе начал вести социально ориентированный бизнес. В жизни каждого предпринимателя наступает момент, когда он готов к социальной поддержке населения. Мы построили детскую площадку в детском доме ребенка, у нас, который находится в городе Видном, совместно с администрацией, но приняли в этом активное участие. Еще один из проектов – мы поучаствовали в строительстве воскресной школы Екатерининского монастыря. Плотно сотрудничает с обществом инвалидов и Центром социальной защиты «Вера». Оказывает адресную помощь. И неудивительно, что такой человек заслужил народное доверие и в декабре прошлого года был выбран в Совет депутатов Ленинского городского округа. Подтвердить свою активную социальную позицию Владислав смог в непростое время пандемии. Он вступил в ряды волонтерской организации при Общественной палате муниципалитета. На этом складе мы хранили гуманитарную помощь от губернатора Московской области. Сюда приезжали волонтеры, машинах забирали, отсюда такой некий хаб получился, отсюда развозилось по всему нашему Ленинскому городскому округу. Продукты, продуктовые наборы, помощь, которую мы оказывали нашим жителям. В общем итоге через его склад прошло более 20 тонн гуманитарной помощи. Закупал продукты и средства индивидуальной защиты и за собственные средства. Помогал с разгрузкой и доставкой наборов адресатам. Сейчас у Владислава много единомышленников. Многие предприниматели, члены торгово-промышленной палаты, подключились к благому делу. У нас в торгово-промышленной палате разные предприниматели с разным достатком. Соответственно, и помощь, она бывает разная. Начиная от какой-то личной поддержки человека, и заканчивая какими-то совместными проектами. Более 8 салонов красоты объединились и передали в больницу более 70 сертификатов бесплатных для сотрудников, для медицинских сотрудников, которые действительно в это сложное время были на передовой. Участвовать в премии губернатора Московской области «Мы рядом» Владислав Рымша решил не ради собственной славы или денежного вознаграждения. Просто считает, что о волонтерских достижениях нашего муниципалитета должен знать весь регион. У нас в округе есть люди, которые действительно болеют душой и сердцем за жителей этого округа. И я думаю, что об этих добрых делах нужно рассказывать и показывать чаще таких людей, чтобы другие люди заряжались и могли бы, наверное, повторить то же самое, только уже самостоятельно. В случае победы Владислав Рымша хочет разделить денежные средства между общественными организациями Ленинского городского округа, с которыми он взаимодействует. Конечно, с таким плотным графиком времени на все катастрофически не хватает. Говорит, приходится чем-то жертвовать, но не жалуется, ведь добрые дела заряжают человека. Юлия Погосян, Сергей Ларин, Елена Кошелева. Видно этого.